Друзья, всем привет! Сегодня вот при этом человеке было сделано ему финка. Финка НКВД, сталь К-340. Вот смотрите, как она выглядит. Он приехал на производство. Ну-ка, переверни логотипом. Переверни. Вот, да. Приехал на производство, короче, жил здесь. Сделали мы ему финочку. Ребят, сейчас я на ваших глазах прям ее, блин, буду тестировать. Только не я, а будет сам тестировать он. Я не умею. Научишься. Вот, посмотрим, как все это будет. Итак, погнали. Так, Александр, в общем, давай, смотри, вот этой финкой, вот туда вот иди, чтобы я ее из кадра, я ее убирать не буду. Угу. Вот, и давай, отрежь, ну, просто ради прикола, отрежь там 5 раз канат. Слушай, я можно буду резать, как я умею? Да, режь, как ты умеешь, просто отрежь. Вот, как ты умеешь. Финку я делал с ним, так что толщина обуха 3, здесь идет 3,3. Так что не думайте, это просто у человека есть разрешение, все нормально. Погнали, давай. Сколько? 4 уже. 4, молодец. Я как режешь слабо-то, Сань? Давай. Хорошо, ладно. Давай. 5-й раз. Вот, все, погнали. Так, переходим к сложному тесту. Еще раз попробуй. Давай. Давай. Опа, молодец, все. И теперь давай бери вот эту дубиночку бери. Вот идем сюда. Сань, мне самое главное, понимаешь, не допустить, чтобы из кадра вышло. Все, руби ее. Давай сначала режь. Так. Молодец. А теперь руби ее. Прям вот, да, вот так вот. Ну, представь, что... Да. Вот представь, что тебе надо вот ветку срубить. Вот. Херач, не бойся. Это сосновая полежка. Ребята, если честно, он не в курсе, я ему приготовил, но многие из нас сейчас, из вас меня поймут. Так, ну что, нормально? Работает? Да. Все, Сань, теперь смотри, иди вот туда вот, давай финку не выпускаю из кадра, вот туда вот, давай херач. Бери там топор. Топор. Да, вот первый лежит топор. Да, вот это бери. Да, бери. Так, пойдем сюда. Так, смотри, короче, в чем прикол. А, вон рога лежат. Видишь? Я все давно их хотел перерубить. Вот пенек. Так, финка, где финка? А, у тебя рука. Где она у тебя? Ага, вот, все. Так, смотри. Тебе надо смысл такой. Ой, вот так вот. Тут, вот. Давай, бери. Угу. Вот сюда, вот так вот. Да. Вот. И теперь под углом. По обуху. Нет, руби просто по обуху так ровно. Да, руби по обуху, да, вот так. Ах, блядь, да? Готово. Есть? Стой. Вот. Так. Молодец. Кстати, забыл сказать, сталь К-340. Здесь термообработка крио. Ты что топор смотришь? Топор чей? Топор тоже мой. Так, и финку только, блин, не дергайся резко, а то потом скажут, что я, мол, там, говнюк такой туда-сюда. 340. 340, все. Молодец. Теперь смотри, блин, знаешь, что хочу? Оператор у нас там, он тоже есть. Давай пиздуй, ой, извиняюсь. Стой, не надо. Вон у меня здесь газончики работают. Вон, видишь, тачка? Да. Вот иди тачку проткни. Стой, я только вот так вот, да. Проткни. Так, прям вот так? Ну, хочешь так, хочешь сбоку. Ну, я думаю, наверное, тебе удобнее сбоку будет. Ну, смотри как, давай. О, блядь. Вот это да. Еще раз. Вот это да, все, стоп. Теперь идем обратно. Теперь сейчас будет самый страшный тест, Саш. Тебе нужно будет суметь порезать помидорку. Сможешь? Ну... Слушай, мне все раньше более страшно было. Стой, давай, вот эту помидорочку. Стоп. Так, можно я сначала пополам ее разрежу? Разрежь пополам. Так, красавчик. Ну? Так. Давай. Молодец. Так, Сань, я вот из кармана достал здесь мелочь. Можно на пеньке или на чем другом? Мне стол твой жалко. Да насрать тебе на стол, давай. Мне главное фильм. Возьми 5-рублевку. Ага. 5-рублевку. Вот, и давай, херани ее носиком. Попробуй попасть. По ножу только не попади там по-моему. Давай, херани. Ты должен проткнуть. Блять, вот, давай, бей ее. Я промазал. Еще раз.
Слушай, я говорю, стол, да? Давай, да ты что? Ты, блин, давай. Давай, не бойся. Оп, все, стоп. Ну ты что опять? Слушай, я... Ну стой, монету покажи. Монетку... Я боюсь это сделать. Вот молодец. Раз удар, ну, второй ладно. Удар. Покажи другую сторону. Вот. Носик. Носик. Вот. Молодец. Теперь смотри. Возьми помидорку и порежь. Опа. Красавчик. Все. Молодец, Саня. Я сейчас первый раз это делаю. Первый раз. Сергей, кстати. Подожди, подожди. Финку я ему покажу. Вот эту сейчас бутылочку. Вот Сергей. Сергей, это с Кирчи, который. Саша, вот ты просил, кто этот, вот он, прислал мне такой коньяк в коллекцию. Выпивать мы этот коньяк не будем. Этот коньяк будет стоять у меня в коллекции. Все, благодарю всех за внимание. Всем хорошего настроения. Ребят, еще вот вода. Вода есть. Я вот, он просит, все, как это делаешь. Давай. А как? Ну... Ты встань вот сюда вот, да, вот так вот, ага. И с размаху херач. Просто сюда, Ну ты сейчас не перерубишь, то что там плен куда-то с этой, давай. Вот так, попробуй, да. Вот эту перерубишь сейчас, давай. Вот, молодец. Оп. Видишь, не перерубил то, что тебе просто не хватило длины. Не хватило длины. Молодец, молодец. Понял? Что нужно сказать папе? Какому? Мне, кому? Ножи супер. Все, молодец. Давай, удачи. Клинок. Рекомендуют ножи кузнец династии. Давай.